Ученики более 20 школ Люберецкого округа собрались на городском этапе областного творческого конкурса по безопасности дорожного движения. С помощью танцев, песен, этюдов и видеоклипов они рассказывали сверстникам о правилах поведения на улице. К подготовке юные участники подошли ответственно и серьезно, ведь часто на кону человеческая жизнь. Александра Томей о том, как это было. Шестиклассник Захар Якуба вот уже второй год ходит в школу самостоятельно. Идти минут 20 приходится переходить не один перекресток. Казалось бы, есть соблазн сэкономить время и перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. Но только не для Захара. Я даже стараюсь не переходить. Даже некоторые, я жду, да, вижу, там некоторые люди стоят, допустим, а некоторые бегут прям на бегут прям на красный свет. Потому что, а я говорю про себя, такие люди куда-то спешат. Но я тоже спешу, но я ж соблюдаю правила. Показать свои знания правил дорожного движения в 27-ю школу приехали ребята со всего Люберецкого округа. Более 200 участников показали свои творческие проекты по теме профилактики детского дорожного травматизма. Сегодня проводится городской этап марафона творческих программ, который направлен на формирование у детей и подростков правильного поведения на улицах и дорогах нашего города. Правила дорожного движения не только нужно изучать, но это еще и интересно. Сделать выступление интересными ребятам удалось. Подготовились основательно. Реквизит в виде автомобилей, светофоров и дорожных знаков, смонтированные видеоклипы, продуманная программа. Но главное – хорошее настроение юных инспекторов движения. Юрить – это сила, юрить – это мощь! Должны мы, ребята, мы людям помочь! Напомню, с 22 октября по 11 ноября в Московской области проходит акция «Осенние каникулы». Детям расскажут, как вести себя в большом жилом массиве, как переходить дорогу, как вести себя в общественном и личном транспорте. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Лично организованная работа. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.